Доброго времени суток. Сегодня я буду покажу, как мы делаем вот такую снегурочку. В отличие от предыдущего видео, где мы с Катькой делали цветы для украшения бутылок шампанского для пани-учителя в детский сад, это будет более сложная задача, но вполне по силам всем. Я уже вырезала две детальки из фоамирама, такие волосы из фетра. Еще нужна будет любая ленточка, блестючки или какие-нибудь бусинки, чем захотите украшать. Лист бумаги под цвет или наоборот не под цвет. Можно светлее, темнее голубой взять. Приступим. Я начинаю с того, что я буду обшивать кокошник пушистой проволокой, чтобы было посимпатичнее. Вот так. Вот так вот. Пришили мы проволоку. Хвостики просто я сюда отогнула, чтобы не мешались. Лишнее отрезала. Основа кокошника у нас готова. Теперь приступим к голове, к волосам. Вот для этого у нас есть основная деталь и косички. Начнем с основной детали. Ее надо разместить на голову. Мы сложим детальку вот таким образом, чтобы получилась шапочка. Вот такой чепчик. Сейчас к нему мы приделаем косички. Все у нас будет хорошо. Я прикрепила с каждой стороны по 3 полосочки сантиметровой фетра. Потом из них будем плести косички, а сейчас это такие дреды. Так что у нас такая растая снегурка пока. Сейчас я те места, где я сложила фетр, прошью и пришью косички. Так, вот я все пришила. Готова такая шапочка. Сейчас я разрежу каждую эту полоску на две части, чтобы лучше заплетались косички. Заплету косички и закреплю их вот такой проволокой. Так, косички мы заплели. Теперь будем украшать саму бутылку. Для этого нам нужен просто лист цветной бумаги или белый, или какой захотите. Так, вот так оборачиваем, проклеиваем, потом делаем 6 разрезов и складываем и заклеиваем. Показываю. Теперь мы завязываем ленточку. Ленточку можете использовать какую вам угодно. Она как бы прикрепит ваши волосы. Да, прикрепит ваши волосы. Сейчас я сначала сделаю узелок просто. Потом затяну на голове. Так, чтобы ничего не упало у вас в процессе, пока вы эту бутылку тарите, выставляете на стол и так далее. Просто узелок. И дальше эта лента красиво спустится сюда. Здесь мы ее закрепим на нашей пелеринке. Мам, на пелеринке там бутычок. Мам, я уже нарисовала. Крест-накрест вот так закрепим. После того, как мы пришили, у нас все здесь хорошо плотно держится. Можно оттянуть пелеринку вниз. И останется только одеть кокошник и сзади его сшить несколькими стежками. И украсить. Вот так. И готово. Наступающим Новым годом и Рождеством. Всем пока!